во-первых, честному человеку бояться этих вещей, ну, нет необходимости. Я вам скажу больше, я депутат Государственной Думы, слушают меня или не слушают, мне это вообще не волнует. Потому что с точки зрения жизненной позиции, вообще своих неких принципов, я против закона ничего не делаю, и мне бояться нечего. У меня может быть какая-то личная жизнь. И эта личная жизнь может стать каким-то достоянием. Как только это станет достоянием, я тут же возбужу уголовное дело и, поверьте мне, пользуясь случаем, приведу к ответственности любого человека, кто вот эти моменты сделал. То, что вы говорите с точки зрения того, чтобы был контроль, это делается во всем мире, и я абсолютно четко это поддерживаю. Я немножко не согласен с вами в той позиции, что у нас что-то делается вопреки действующему законодательству. Наши спецслужбы давно уже все эти моменты делают, не нарушая законодательство. А иметь такую возможность и в случае необходимости по решению суда включиться и промониторить любого человека, у нас есть такая норма. Она определена действующим законодательством и принимается это решение по решению суда. Нравится это кому-то, не нравится, но это произойдет, если в этом будет такая необходимость.